блин. А Дмитрий пишет, кота у друга зовут Алистар Лэнгрейм, сокращенно Алекс. Хорошо. Так, во время финансовых сложностей в семье я подобрал бездомного котенка. Вот самое время, да. А, отметил и выходили его. Жалко было кому-то отдавать, решили оставить его себе. И в связи с финансовой ситуацией было принято решение назвать его Макс, так как он у нас живет. Иногда, конечно, шкодит. Дальше...